Мы ждем посылку от Ватсона, мои хорошие. Племянница моего мужа, мой муж. Ашкам, скажи привет. Ашкам, все вместе ждем, Ашкам. Друзья мои хорошие. Едет сейчас. Долгожданная моя посылочка. Сделаю, естественно, распаковку. Я вам покажу. Асанашкин, ты еще передери. Мы ее распакуем вместе с вами. Ашкин, покажи, покажи посылку. Ватсон. Ватсон, распакую вместе с вами. Всем привет, мои хорошие. С вами я, Светлана Ата. И вот я получила очередную посылку, как вы догадались. Сейчас вместе с вами я открою ее. Это посылка от Ватсона. Я заказываю это по телефону, в интернете. Ко мне приходит каждый в неделю 2-3 раза уведомления о скидках. И поверьте мне, заказала такую, вот такие простые товары. Вот вы сейчас удивитесь. Представляете, какая стала ленивая, что не хочу даже ходить и покупать их. Потому что дома удобнее, на диване полежишь, посмотришь, все перечитаешь, переведешь на турецкий язык, на русский. В общем, друзья мои хорошие, начнем разбирать свою посылочку. Вот такую я взяла Colgate пасту. Новое что-то новое. Посмотрим. Цены очень дешево. 50% скидки. Так это, друзья мои, два Венуса. Вы представляете? Это что, в подарок мне? Я заказывала вроде один бритвенный аппарат. Обалдеть. Ну, посмотрю сейчас там. Вот такой бритвенный аппарат со своими бритвами. Две штуки здесь. Ой, друзья, я в шоке. Ну, кому-нибудь подарю тогда. Вот такой вот аппарат Венус. Да, заказывала один. Так, значит, вот я заказала краску. Буду красить на днях волосы и покажу вам, научу, как красить волосы в домашних условиях. Это я тоже научилась от моего стилиста. Вы представляете, мне две пачки пришло. Может, это связано с праздниками, что было в Турции? Я заказывала все в одном экземпляре. Друзья мои, я в шоке. Так, посмотрим, что здесь. Вы представляете, что это такое? Потом разберемся здесь. Это что сегодня такое? По два экземпляра все. Меня это пугает. Так, взяли такие вот щетки зубные. В общем, видите, такая вот ерунду я все покупаю здесь. А здесь сейчас открываю все при вас, мои хорошие. Что-то пахнет ацетоном. Ну, начинаем. Мы заказали вот такую вот нить для зубов. Она была со скидками, поэтому она нужна очень в хозяйстве. После употребления мяса всегда проблемы этими палочками. Вот такой вот подарок. Вы представляете? Такой браслетик. Браслетик. Вот, подарок от Ватсона мне. Вы видите, мы еще и в Ватсоне подарки получаем. В общем, зубная нить. Так, это я взяла, мои хорошие. А это, видите, без ацетона. Жидкость для снятия лака. Ацетон СУС. Я раньше пользовалась это у себя в Грузии, но здесь не находила. А сейчас вот именно такое вот средство. И я, знаете, что приобрела специальные средства по уходу, потому что за ногтями, потому что ногти желтеют от этого. Видите, я не накрасила еще после уборки. Вот это такое называется, я сейчас вам покажу. Растительные добавки, он лечит ногти. Делает их крепкими,
полно витаминами. Я не знаю, посмотрим, что это такое. Я раньше пользовалась с Батуми. А это, знаете, какое средство прекрасно? Вот если вы хотите, вас пригласили в гости, у вас нет маникюра, вы быстро-быстро намазали, то этим средством нужно нанести после, и оно высушит за 30 секунд. Я уже пользуюсь второй раз, очень довольна. Так, и это значит, я взяла подводку, посмотрите, от Ревлона. И взяла вот такую помаду от Maybelline. Сейчас посмотрим, мои хорошие. Вот помада от Maybelline. Видите, вот такой тон 986 Maybelline. И посмотрим, какой у нее оттенок. Так, мои хорошие, я открыла. Мне удалось открыть. И посмотрите, какой оттенок. Мне показалось, что он морковный, но посмотрю я, как он будет на губах. Морковный или нет. Не знаю, эти помады хвалили. Может, я не тот номер выбрала. Но посмотрю, как он будет у меня выглядеть на губах. И, значит, вот мне очень интересно, что в инвойс, что здесь происходит. Почему здесь мне дали по две штуки? Неужели я сама купила по две? Около 300 лир я заплатила, по-моему. Но я не знаю, как это у меня получилось так. Я в шоке, друзья мои. Я сейчас посмотрю, в телефоне приходит инвойс, и я посмотрю, потому что здесь цена не написана. Почему по две? Ну все, мои хорошие, на этом мой обзор закончен. Посмотрите, вот такие вот подарочки у меня от Ватсона, можно сказать, от Ватсона подарочки. Ну что, буду красить волосы и поделюсь с вами секретом. Как я крашу волосы? У меня есть свой секрет. Пока-пока, с вами была Светлана Ата.